Финиш под аккомпанемент известной мелодии. Елена Василькова 2 года занималась легкой атлетикой. Говорит, последний, 5-й этап эстафеты самый трудный. Бежать в горку при встречном ветре. Сейчас работает администратором гостиницы. Параллельно учится в филиале Сочинского госуниверситета. У нее дома уже год живет красноухая черепаха. Самый, если можно так сказать, одомашненный вид. Девушка надеется, что она проживет долго, а наблюдать за ней интересно. Черепахи так же, как и люди. У них свой характер у каждого. Они так же отличаются. Они не одинаковые, как многие думают. На втором месте команда 4-й школы из самых юных участников. На 3-м – учащиеся школы номер 1. После вручения призов участники акции выстроились в цифру 100. В этом году российская заповедная система отмечает вековой юбилей. Утрижский заповедник – место обитания черепахи Никольского, редчайшего подвида средиземноморской черепахи. Она занесена в Красную книгу и охраняется государством. У нее и много естественных врагов, особенно в младенческом возрасте, потому что черепашатовая лупляется всего размером с грецкий орех. И, кроме того, основным, конечно, врагом, ну не по своей воле получается, но человек. Много гибнет под колесами автомобилей. В заповеднике говорят, что за 7 лет активных охранных мероприятий популяция черепахи Никольского стабилизировалась. Их больше не продают в магазинах, как бывало раньше. Вместе с тем, курорт активно развивается, и черепах можно встретить в населенных пунктах. Специалисты рекомендуют их лишний раз не беспокоить и уж ни в коем случае не брать домой. Черепахи, которые, допустим, год провели дома у людей, по кольцам на Карапаксе можно увидеть, насколько был неблагоприятный для нее год. Это и питание, естественно, нарушается, кормят, когда они свежие, травкой, которую она сама нашла, да, и когда захотела, а салатом из магазина круглый год. И если она не впадает в спячку, это присмыкающееся, оно должно спать, тоже очень плохо влияет. Они практически безнадежны, они рано или поздно умирают. Если животное недалеко от леса, то лучше всего будет его бережно перенести в естественную среду. Однако проконсультироваться со специалистами заповедника не помешает никогда. Здесь надеются реализовать специальный просветительский проект, чтобы люди помнили, что они не единственные живые существа на курорте и научились жить в соседстве с дикой природой.